Всем привет, Blender 2.81, и давайте сделаем вот такую штуку с частицами, как в начале ролика. Название канала выложу в описании. Если кому-то нужна ссылка на канал, я вышлю. Ну, погнали. Выбираем куб, Delete, убираем Shift, сочетание комбинация клавиш, Play, план включаем, S. Немного прибавляем, Shift A, Mesh, добавляем и к сферу, Delete, Shift A, добавляем и к сферу, немножко S, щелчок G, уводим в бок и назначим материал этой сфере зеленый, потому что солдаты зеленые. Так, теперь добавляем файл импорт, сразу добавляем объект, на который все это дело будет прилепляться. У меня это будет именно, опять же, армия мен, только с автоматом. Сейчас он подгрузится. Делаем S, прибавляем. Его нужно объединить в одно, потому что у меня будет ролик именно по анимации с оружием. Я уже подготовил это дело, скоро выйдет. И Ctrl-J объединяем. Ну а теперь надо все это дело настраивать. Сначала настроим план, а потом бойца. Выдвигаю боковую панель, чтобы вам виднее было. Таймлайн. Назначаем модификаторы системы частиц. Переключаемся на частицы и выставляем Emission. Emission будем выставлять, значит, старт будет 1000, End будет 80. Lifetime поставим 500. Так, все это дело есть. Следом Velocity оставляем единицу. Render ставим за место Hull, ставим Object. И выбираем вот эту сферу пипеткой. Или нажимаем вот на этот значок и выбираем из списка икосфера. Так, Viewport Display оставляем видимость для рендера, чтобы он ее видел. Следом смотрим, Play нажимаем, все падает вот так. Нужно теперь поставить физики. Вот здесь ставим Kate. Все прилипло, все нормально. Выбираем нашего персонажа, жмем M, английское, создаем новую коллекцию, ну типа новый слой, как в 2.79. Тут вот так это все делается. Ну, выбираем модификаторы, находим Pacific System, опять же частицы, и ставим частицы. Настраиваем вот это все дело, ставим 1000, оставляем. И конечное, давайте поставим, ну, где-то 200. Enter. Так, теперь здесь поставим 500. Lifetime. И опускаемся ниже. Выбираем физики именно No, пока поставим. В рендере поставим, оставляем Hull. И заходим в Viewport Display. Ставим невидимость для рендера кросс. Смотрим, включаем play. Так, что тут еще не так? Переименуем, назовем солдат.
А план назовем план. Так, смотрим дальше, что, да как, user timing вот этот поставим. И на нашего вот этого бойца посмотрим, что у него тут стоит. Viewport display cross non. Поставим ему fluid. Теперь отключим use timing. Не взлетают частицы физики. Object. Ну, в принципе, здесь все нормально стоит. Так, почему не работает? Выбираем соточку. Переходим на план. Находим relation. Вот этот. Добавляем первый. Это будет у нас план. И добавляем второй. Сюда же. Это будет солдат. Так, смотрим, что да как. Находим velocity, поставим 0. Так, gate стоит, все тут стоит. Поставим time 80. И смотрим, что происходит. Все начинает просто тупо прыгать. Неинтересно. На солдата налипает и солдат распадается. Добавим 120. Duracell. Солдат опять же не появляется. Поставим 0, Enter. И поставим тут тоже 0, Enter. Смотрим, что дальше будет происходить. Не работает. Значит, ставим опять 80, чтобы заработало. Все начинает компоноваться. Солдат не появляется. И смотрим дальше. Так, 500. Поставим 1000. Нажимаем и смотрим дальше. И вот у нас собрался вот такой гражданин. Ставим на цвет, запоминаем. Стартовая на солдате стоит 1000 и 1000 стоит на конечной. Вот такой собирается солдат. Жмем опять же play. Вот такая штука получается, вот такой солдат, вот такая сборка. Прикольная штукенция. Ну, также можно настроить, именно зайдя на план, можно настроить размер вот этих сфер или деталей. Это вот заходим, вот находим scale, уменьшаем их размер или прибавляем. Если мы уменьшаем размер,
получается вот такая штукенция, и нужно тогда добавить уже именно количество. Number, допустим, добавляем до 40 тысяч. И ставим теперь солдата. И солдату ставим 40 тысяч. Вот солдат состоит из мелких сфер, более плотных, можно еще уменьшить. Допустим, ставим опять же в общ, заходим на план, находим, где находятся сферы. Вот она, общ. Уменьшаем сферы еще до 10, добавляем рандом. Где-то до 38. И заходим на солдата и добавляем ему уже не 40, а допустим поставим 60 тысяч. И 60 тысяч поставим на план. Многовато, но зато вот солдат уже выглядит более четко, более качественно. Можно немножко, конечно, прибавить теперь вот этот размер сфер, чтобы чуть-чуть его сделать плотным. Выбираем. Немного подвисает. Ну вот, 20-30 уже будет многовато, наверное. Смотрим на двадцатки. Ну вот уже прям видно и лицо его, и подсумки более-менее четкие. Ну рендер теперь будет, конечно, происходить чуть подольше, наверное. Смотрим что да как. Поднимаются детали кверху, они мелкие, теперь более это красиво выглядит. И вот такая штука. Можно так собирать какого-нибудь сфинкса с песка. И как будто он с песка вот так вот появляется. Еще можно ветер поставить, там обстановку такую более-менее зловещую. Вот такой получился солдат, сборка из частиц. Также можно сделать, чтобы он и рассыпался. Это я покажу в следующем ролике. Все, всем пока, до свидания.